Вот так вот выглядит двор на улице Александра Невского, 32. Мало того, что в этом году двор ни разу не очищался, трактор не проходил. Ужасная дорога для парковки автомобилей, прохода пешеходов. Сегодня еще вот с утра скинули снег. Как люди, припарковавшие машину вчера вечером, должны теперь выезжать? Каким трактором или на танке здесь нужно проехать, дабы сделать дорогу? Вот так вот выглядит вход в подъезд. В шахту можно спуститься. Если здесь будут спускаться пожилые люди, они просто убьются. Слава богу, сегодня вечером, точнее вчера вечером, я здесь не парковал машину. Все, кто припарковались, я не знаю, даже на внедорожнике, сумеют ли они выехать. Ну это все, жалобу надо писать однозначно. Сейчас мы это и сделаем. Ни постараемся. В такого нет. Предела, как у нас. Снег под первое, под окна первого этажа. Зато радость детям. Кто и когда это все это очистит, неизвестно. Вот. От последнего подъезда до первого подъезда я, молодой парень, иду с трудом, дабы не поскользнуться, не упасть. Те, кто не успел убрать машины, попали в большую ловушку, западню.